Привет! Это мой первый дом, в бункере лотовой которого помещается больше одного спальника. А значит, это уже не соло-дом, а для дуо или даже трио игроков. Данная постройка имеет двойной бункер и больше 800 слотов места для лута. Цена рейда от 28 ракет при самом лучшем раскладе без учета шкафа. Если тебе нравятся мои видео, не забудь поставить лайк и подписаться. Новые видео с использованием багов и эксплойтов с постройкой выходят каждую неделю. На входе нас встречает два гантрапа для защиты от аборигенов, небольшая ферма по бокам крыш, электричество, первый бункер, за ним сразу второй бункер. Я, получается, три спальника, нелутаемый шкаф, три печки, сундучки, лутовая большая, магазинчики, еще одна лутовая, третий верстак. И два сундучка под лестницей. Чтобы сломать первый бункер, нужно, соответственно, сломать фундамент под ним. Чтобы сломать второй бункер, нужно сломать, соответственно, проем треугольный. Ну а потом просто ставим все на свои места. Проем, две крыши. Улучшаем. Фундамент. Крыша и улучшаем. Все, бункер закрыт. Строим фундамента, как на видео. Это очень важно, чтобы потом не оказаться закрытым внутри своего бункера без возможности выйти. Когда поставили все необходимые фундаменты, начинаем ставить стенки. Проверяем на работоспособность. Как видим, все работает. Ставим все на место и можно улучшать необходимые нам фундаменты и стенки. Вот этот фундамент очень важный, и я бы вообще рекомендовал улучшить его в МВК. Нашу первую и единственную нелутаемую лутовую нужно построить изначально, так как потом это будет весьма проблематично. Ставим треугольный фундамент, чтобы можно было сделать полку. Далее ставим лестницу. После лестницы можно сразу ставить стенки и устанавливать сундуки. Лутовая должна быть улучшена в МВК. Не забываем ставить код-локи на сундуки. Теперь закрываем стенку и лутовая, в принципе, готова. Осталось поставить недостающие стенки и потолки, и чилл-зона, в принципе, готова. Теперь можно приступать к внутреннему интерьеру. Теперь я ставлю шкаф, но вам лучше ставить его в самом начале вашего строительства. Также не забываем про код-лок.
Ну и теперь быстренько расставляем все необходимое для нашей лутовой. Если вы хотите, чтобы я показывал более подробно то, как я расставляю все, то напишите об этом в комментариях. Я считаю, что это не очень интересно, поэтому я это делаю в таком формате. Вот так выглядит строительство второго бункера, в принципе ничего сложного. И все интуитивно понятно. Внутренняя постройка закончена, теперь можно приступить к укреплению. Обнести дом можно по-разному, но этот вариант мне кажется более гармоничным. Также не забываем поставить сундучок, чтобы было удобно заходить в наш дом. По сути, нам осталось только обнести наш дом крышами. Единственное, на квадратный потолок нужно ставить не треугольную крышу, а обычную, чтобы она хорошо пристыковалась. Да и вообще, на втором этаже можете делать все что угодно, главное, чтобы он был, потому что он как-никак служит нашей защитой сверху. В принципе, мне лично дом зашел. Сразу, когда делаю это видео, пойду переселяться и буду строить этот вариант. Лично мне на классике в соло сложно содержать большие дома на 30 плюс ракет, и мне всегда не хватает места. Этот дом решает сразу две проблемы. Также весомый плюс в том, что он очень дешев в содержании. Я закрываю свой домик на тестовом сервере и иду играть на официалочку. Спасибо, что ты был здесь. Надеюсь, тебе понравилось мое видео. Не забудь поставить лайк. Увидимся через неделю.